Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал «Алмазная мозаика в США». Второе видео подряд, и как мы с вами в первом видео обсуждали, в этом видео я хотела бы распаковать еще один набор, который я купила в Novelty Life Store, новый магазин для меня на AliExpress. Это полная выкладка круглыми стразами с перемешкой с... со спецстразами. Между прочим, ребят, я... не упомянула, я не увидела, потом только увидела, что в предыдущем наборе, вот в этом осеннем, который я показывала, этот набор, между прочим, идет с AB-стразами. Здесь есть один цвет, розовый, который, в принципе, с голографическим напылением. Вот он. Так что этот набор идет не только с обычными круглыми стразами и спецстразами, но также и с AB-стразами. Ну так вот, как вы видите, они довольно-таки похожи. Это весна, тот... осень. Вот, в этом наборе, по крайней мере, два вида спецстраз, хоть что-то, хотя этот набор, он меньше, чем тот. И этот набор у нас не показано. О, что же они? Так-то не написали даже, какой размер. Я даже не вижу на нем. Сейчас на легенде посмотрю. Этот 40 на 55 сантиметров. То есть, да, он меньше. Этот 40 на 55 сантиметров, а этот 40 на 60. Чуть-чуть поменьше. И удивительно, да, этот набор меньше, 40 на 55 сантиметров, и выглядит намного детальнее, чем тот. И у меня очень было много планов изменить как раз тот набор, добавить в него много стразиков, заменить много стразиков. Но я сейчас смотрю на этот набор, и, скорее всего, вот этот набор я изменю, очень много здесь изменю. И с разликами заменю. Ну и как предыдущий набор. В принципе, мне нравится качество, да, наборов. Ух, здесь 27 цветов. Видите, один AB стразик. То есть один AB цвет. Два спец. Все остальные обычные пластиковые стразы. И, скорее всего, я заменю фон AB стразами из Diamond Dots. Ну и, как всегда, символы довольно-таки легко узнаются. Хорошо пропечатаны. О, знаете, что мне вообще-то не нравится здесь? Мне не нравится, что вот эти белые символы, вот это тире, да, полосочка, мне белые, что они обведены в кружок. Вот это я не люблю. Не люблю, когда они обведены в кружок. Это единственное пока минус, что я вижу. Вот, но так красиво. Ну, такой весенний олень. Итак, давайте посмотрим теперь стразики. Между прочим, знаете, что удивительно? Что вот этот вот набор как раз пришел в одноразовых пакетах. Поэтому мне придется организовывать к этому набору, прикладывать их, то, что я не люблю делать. А вот этот вот набор пришел почему-то в индивидуальных пакетиках, а стразики рассортированы, уж не знаю почему. Ну да ладно, стразики очень такого яркого насыщенного цвета. А здесь действительно два цвета спецстраз. Они оба розовые, но разного размера. Одни побольше, другие поменьше. И один AB. Я, честно говоря, не совсем понимаю, к чему. Почему он этого цвета? Это белый цвет. То есть весь фон белый, обычные стразики. И AB стразы тоже белые. Я вообще планировала весь фон, вот этот вот, да, белыми стразы заменить, белыми AB стразами, которые у меня есть. И я что-то не совсем понимаю, где вот этот вот белый используется. А, он на олене используется, понятно. Вот C, да, буковка C, это как раз белые AB стразы. Интересно. Ну, надо подумать, что я могу сделать. Может быть, как раз наоборот, на олене обычные белые стразики, пятнышки ему сделать, а фон весь белый с AB стразами. Ну, посмотрим вообще, я подумаю, как будет лучше. Вот, но этот набор стоил, я не знаю, сказала я или нет, 20 баксов, 20 долларов. Но, честно говоря, он мне нравится больше. Хотя изначально, когда я покупала, мне нравился больше вот этот осенний. Опять-таки, ссылочку на продавца я оставлю, если вам интересно, если вам понравился наборчик, покупайте. Также я купила самый маленький, там было два размера, я купила минимальный. А там есть и больше. Вот, на этом все. Спасибо большое за внимание и пока.